УЛЬПАН – учебный центр интенсивного изучения иврита и еврейской культуры для взрослых репатриантов в Израиле. В УЛЬПАНе изучают иврит, еврейскую историю и основы иудаизма. УЛЬПАНы созданы во многих городах Израиля и диаспоры. Новые репатрианты, проживающие в центрах абсорбции, получают пособия и бесплатно учатся в УЛЬПАНах в течение 6 месяцев. Преподавание в УЛЬПАНе ведется, как правило, на иврите прямым методом. Упор делается на приобретение навыков разговорной речи и освоение газетной лексики. В советский период УЛЬПАНами называли полулегальные квартирные кружки по изучению иврита. Ученый-еврей. С 1844 по 1917 год в Российской империи существовали должности ученых-евреев при различных органах управления. Поскольку у евреев нет духовенства в принятом у христиан смысле слова, но есть ученые-богословы, они стали работать при Министерстве народного просвещения в качестве экспертов и консультантов властей по еврейским делам. В империи ученые-евреи служили при синагогах, в казенных еврейских училищах, при генерал-губернаторах, в черте оседлости и в министерствах. Леонид Утесов. Советский артист эстрады и певец Леонид Осипович Вайсбейн родился в 1895 году в Одессе. Утесов с детства полюбил музыку и учился играть на скрипке и гитаре. Выступал в театре миниатюр и сатиры как чтец, комедийный актер и конферансье. В 1929 году Утесов организовал первую в Советском Союзе джазовую труппу и стал ее исполнителем песен и дирижером. Вместе с джаз-бендом Утесов снялся в фильме «Веселые ребята», который завоевал огромную зрительскую аудиторию. Широкую популярность в исполнении Утесова получили многие песни «Сердце», «Дорогие мои москвичи», «На сопках Маньчжурии», «У Черного моря». Голос у артиста имел мягкий тембр, а исполнение отличалось задушевностью и теплотой. Утесов не только пел, но и играл песни, создавая песенную новеллу. Торопитесь!